Время подводить итоги. Мы подошли к нашему настоящему. Еще свежи в памяти события минувших дней, но и они, несмотря на это, требуют своего осмысления. Тем более, что два минувших года были непростыми не только для Казахстана, но и для всего мира. 2020 год прошел под знаком коронавируса. Смертельно опасная болезнь из провинциального китайского городка поразила весь мир. Было объявлено о пандемии. Закрываются границы, города, объявляется чрезвычайное положение, вводится жесткий локдаун. Страх, паника и непонимание того, а что же будет дальше. Казалось, жизнь уже не вернется в прежнее русло. В самом начале были очень сложно. Была боязнь, было самое главное незнание всех этих вопросов. Мы не знали, как лечить, как бороться с этой болезнью, как от нее остерегаться, есть ли от нее вообще избавление. Когда возникли вопросы по вакцинации, когда возникли вопросы по обеспечению лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты, когда мы не знали, кого изолировать, изолировали всех, и контактные прямые, и потенциальные контакты, и не знали, на каких уровнях их лечить, чем должна заниматься поликлиника, чем должна заниматься больница, чем вообще, как должно остерегаться население. Вы же помните, когда закрывали целыми микрорайонами, закрывали подъезды, то заливали там асфальт все наши дворовые территории всеми этими ДЭС-средствами. Когда чуть ли не на милиции привозили, увозили, госпитализировали пациентов. Все мы это проходили. Сейчас, конечно, ситуация уже несколько другая. И сами медработники научились бороться с этим заболеванием. Вышло большое количество протоколов диагностики, лечения. Насколько я помню, по-моему, уже больше 11 протоколов диагностики и лечения. Постановление санитарные врачи, эпидемиологи вначале были сами тоже несколько растеряны. Сейчас они тоже периодически выпускают постановления санитарных врачей. Уже после первого случая инфицирования все учебные заведения в Казахстане были переведены на дистанционное обучение. Были внедрены образовательные платформы, через телеканалы велась трансляция уроков. В школах внедрялись информационные платформы. На сегодняшний день 8 информационных платформ функционируют в школах. Все платформы включают наличие информационных ресурсов для обучения, для оценивания. Также у нас в школах на сегодняшний день есть система Кундилек, которая позволяет обучать как в синхронном, так и в асинхронном форматах. Также были запущены для проведения дистанционных уроков были запущены телевизионные уроки на телеканалах Елорна и Балапан. На казахском и русском языках транслировались телеуроки по всем предметам, которые охватывал полностью покрывал контент, основной контент по направлениям обучения. Более 2 миллионов школьников проходили обучение через интернет-платформы Дарн Онлайн, Кунделик и Блимленд. Параллельно решался вопрос доступности дистанционного образования. Многие семьи из-за потери дохода не могли позволить себе покупку нового гаджета для ребенка. В прошлом году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, в связи с пандемией, были приняты экстренные меры по переходу на разные форматы обучения, в том числе на дистанционный формат обучения. Естественно, все принималось в экстренном порядке. В целом, дистанционное обучение зависит от нескольких направлений. Это укрепление матбазы, это наличие контента, электронных ресурсов, интернета, гаджеты у учащихся. В этой связи были по всем этим направлениям была проведена совместно с местными исполнительными органами, с Министерством цифрового развития, была проведена большая работа, были закуплены компьютерная техника в организации образования. Далее эти компьютеры были на временное пользование переданы детям, учащимся из малообеспеченных семей, многодетных семей.
Чтобы остановить пандемию и вернуться к привычной жизни, за разработку вакцины от коронавируса берется 150 команд ученых по всему миру, в том числе и казахстанские ученые. Уже 25 декабря 2020 года было начато клиническое испытание отечественной вакцины. Основной альтернативой или той стержнем для того, чтобы снизить или заболеваемость и заражаемость, на сегодняшний день это является, конечно же, вакцинация. Порядок вакцинации, количество людей, показания, противопоказания к этим моментам на сегодняшний день также, я думаю, что отработаны. Конечно, это еще требует определенной доработки. На сегодняшний день уже возникает другая проблема. Сейчас уже страшен не сам ковид, страшны вот эти постковидные осложнения, так называемый постковидный период, постковидный синдром, когда, к сожалению, после перенесенной ковидной инфекции у человека возникает на том или на другом месте какие-то те заболевания, которых раньше у него никогда не было, не предпосылок. У кого-то сахарный диабет развивается, у кого-то проблемы с сердцем возникают, у кого-то проблемы с почками, у кого-то проблемы с центральной нервной системой возникают, с сосудами, нервами. То есть это тоже это большая, скажем, почва для наших медицинских работников, для наших научных работников, чтобы сейчас нужно заниматься вот этими постковидными делами. Массовая вакцинация от коронавируса в Казахстане началась 1 февраля 2021 года. Сначала использовали только вакцину российского производства «Спутник Ви». Сейчас в Казахстане доступны три вакцины. Российский препарат «Спутник Ви» казахстанского производства, казахстанская вакцина «Касковидин» и китайская вакцина «Хаятвак». Если мы сейчас наладим тот называемый, так называемый коллективный иммунитет, хотя бы процентов 60-70 населения полностью провакцинируем, иммунитет будет. Но даже если перенесенное после вакцинации ковидное состояние, оно будет переноситься много легче. Но возникает, вот я, как я уже сказал, постковидное состояние. К сожалению, да, мы в прошлом году и в этом году потеряли очень много пациентов, потеряли людей, которые действительно, ну, не будь этого ковида, может быть, жили бы и, может быть, лечились бы, но вот такого, к сожалению, могло бы и не быть. Но теперь, конечно, мы сейчас этим все учимся. Хотелось бы, чтобы не допускать новых летальных исходов. Хорошо и правильно выйти из этого состояния постковидного. Поэтому сейчас возникают вопросы по реабилитации тех ковидных пациентов, которые переболели, перенесли уже заболевание. Сейчас Минздрав определяет нормативы ревакцинации в Казахстане. После консультации со Всемирной организацией здравоохранения планируется запустить этот процесс. Пандемия коронавируса затронула все сферы, в том числе и экономику. Внешним фактором стало неожиданное падение цен на нефть. Внутри страны из-за введения локдауна и карантинных мер пострадал малый и средний бизнес. 1 января 2020 года отменили налоги, отменили проверки. Но уже в марте 2020 года к нам, к сожалению, пришел коронавирус, карантинные ограничения все и так далее. И поэтому здесь вот результаты отмены налогов, он, я не могу сказать, что он такой прям очевидный результат отмены налогов, но он очень своевременный. Потому что предприниматели, которые во время карантинных ограничений продолжали работать, они все-таки были освобождены от налогов, и это очень хорошее послабление от нашей страны. Для обеспечения стратегической самодостаточности национальной экономики президент Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке приступить к развитию новых переделов в черной и цветной металлургии, нефтехимии, автомобилестроении, машиностроении, производстве стройматериалов, продуктов питания и других секторах. По результатам можно их разделить на две составляющие. Одна из составляющих до пандемии и вторая составляющая уже после пандемии. В допандемический период товары Казахстана они стали активно уже выходить на рынок КНР. На рынок КНР выходили как продукты питания, так и сырье, так и выходили это и пшеница, это и рапсовое масло. То есть это очень большая потребность была в продуктах питания. Также строительные материалы выходили на рынок КНР.
КНР. Вот. А с IT-технологиями не получилось, то есть IT-технологии не смогли пробиться на рынок КНР из-за своих особенностей. То есть рынок КНР в IT-составляющей, он такой довольно-таки закрытый. Вот. А то, что продукты, производство, оно может вполне выйти на рынок КНР. Но это мы говорим в допандемический период. Во время пандемии, когда закрылись границы, когда стали большие ограничения по переезду границ на автотранспортом и железной дороге, вот, соответственно, конечно же, товарооборот, он упал, просто катастрофически упал. На сегодняшний день, несмотря на вот эти все очень негативные факторы, с 2014 года Казахстан постоянно сталкивается с внешними негативными факторами и внутренними. Это санкционная война между Россией и Западом с 2014 года, очень сильно она по Казахстану ударила. Это негативный спрос на сырье, который все время падает. Там рост наблюдается небольшой, потом падение еще больше. Это пандемия. Несмотря на это, Казахстан медленно, но растет. То есть он показал, с 2014 года показал свою экономическую устойчивость, способность к устойчивому развитию. То есть как система экономическая Казахстан состоялся. Вот это самый большой, наверное, достижение, самый большой урок с 2014 года начиная. Было выделено 7 основных принципов, согласно которым должна в последующем развиваться экономика Казахстана, среди которых справедливое распределение благ и обязанностей, ведущая роль частного предпринимательства, честная конкуренция, рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики, озеленение экономики. Важнейшей задачей, стоящей перед Казахстаном, является полное раскрытие своего промышленного потенциала. Всерьез начали работу над переходом на зеленую экономику. Почему? Это не с экспо связано там. А это действительно сейчас веление времени. И завтра, скажем, то, что наша экономика углеродная, да, то, что мы жгем нефть, там, уголь и так далее, это негативно скажется на нашем развитии, в первую очередь на международной торговле. Поэтому у нас выбора другого нет, хотя люди говорят, что у нас газа много, да, там мы еще можем. Мы еще можем. Вот, но другое дело, что тогда будет ухудшаться наша ситуация на внешних рынках. Поэтому то, что экспо был очень хороший повод этот вопрос поднять, да, по зеленой экономике. А сейчас этот вопрос буквально стал очень серьезным. Обсуждение там проблемы строительства или не строительства атомной электростанции, это же с этим связано в том числе. С переходом к более экологичной экономике. Дорожная карта бизнеса 2025. Да. В рамках данной программы есть такое, как бы сказать, участие в инновационных проектах, то есть выделение грантовых средств до 5 миллионов тенге. Оператором данной программы непосредственно является местный исполнительный орган. Разработчик данной программы является Министерство национальной экономики. Региональный координатор – это местный исполнительный орган, это в качестве управления предпринимательством инвестиций города Алматы они выступают, и они объявляют этот конкурс, соответственно, заблаговременно, то есть принимают прием документов, определенный есть пакет документов. Я помню, с 2019 года как раз в данном проекте можно было участвовать уже с сертификатом «Бастау бизнес», потому что были свои моменты, где только в рамках ДКБ-2025 компоненты бизнес-школы могли только принимать по этому сертификату. Ну, учитывая тот факт, что очень много у нас многодетных матерей, малообеспеченных, вообще безработных людей, которые активно начали заниматься, участвовать активно в Бастау бизнесе, финансироваться, соответственно, такие новшества ввели региональный координатор. И многие, многодетные, вообще социально уязвимые слои населения начали принимать участие в данных грантовых средствах. Несмотря на внешние и внутренние экономические сложности, Касым-Жомарт Токаев призывает не забывать о главных задачах, а это сохранение социально-экономической стабильности, повышение занятости и доходов населения. Его президентство пришлось на годы пандемии. 2 года достаточно тяжелые вообще и для международной экономики.
очень тяжелые для экономики Казахстана. И я думаю, что они очень сильно скорректировали те планы, которые были у президента на свой срок правления. Да? Вот те институциональные структурные реформы, которые задумывались, да, во многом их пришлось корректировать. Вот. Но какие изменения? В первую очередь изменения – это коммуникация между государством и обществом. Концепция слышащего государства, вот, она, может быть, не всегда работает так, как мы хотим, не всегда идеально, но в любом случае проблемы, которые возникают, они очень оперативно становятся известны власти. И возникает возможность быстро реагировать на вот эти проблемы. Это первый момент. Второй момент – это продолжение политических реформ, причем очень серьезное продолжение политических реформ. И вот это необходимо тоже. Вторым важным политическим решением стал ответ на вопрос, будут ли продаваться в частную собственность земли сельхозназначения. В своем послании президент Касым-Жомарт Токаев поставил все точки над «и». Единственное, что президент поставил точку в том вопросе, что мы поставили точку в обсуждении вопроса о продаже земли в частную собственность, в первую очередь иностранцам. Вот это вопрос был, с одной стороны, вот политический, он сильно политизирован был вопрос. С другой стороны, это вопрос экономический, это вопрос возможности привлечения инвестиций. Вот как мы Я понимаю тех экономистов, которые предлагали, скажем, ввести частную собственность на землю, да, и продажи иностранцев. Эти люди предполагали привлечь инвестиции, как мы в нефтегазовую сферу привлекли. Вот сегодня нефтегазовая сфера, я уже сказал, драйвером быть не может. А что может быть драйвером? Вот давайте сельское хозяйство. С января текущего года вступил в силу закон о статусе педагога, который направлен на поддержку профессии школьных учителей и повышению престижа преподавательской деятельности. Закон о статусе педагога – это беспрецедентный законодательный акт, который направлен на защиту прав учителей, определяет их основные обязанности и социальные гарантии. Положительный эффект от введения этого закона можно наблюдать уже сегодня. Многие отмечают, что у молодежи повысился интерес к специальности «педагог». Изменение статуса педагога и повышение зарплаты педагога к чему привели? Мало кто знает, но в этом году, например, да, несмотря на то, что конкурс, проходной балл на педспециальность самый высокий, он даже выше, чем у медиков, да? Но вместе с тем там самый большой конкурс был. То есть более подготовленные выпускники средних школ сейчас пришли в педспециальности. Через 4 года уровень молодых учителей, которые придут в школу, будет качественно лучше, чем сегодняшних выпускников педвузов. И, соответственно, через 7-8 лет этот эффект уже мы увидим на выпускниках школ. Вот здесь в сфере образования, к сожалению, там цикл такой, мы буквально на следующий год эффект не можем увидеть. Но вот 5-6-7 лет это будет накопительный эффект, и вот те преобразования, которые сегодня происходят в сфере образования, науки, они через 5-7 лет качественно изменят Казахстан. В прошлом году принята национальная модель системы дошкольного воспитания и обучения. На основании этого на сегодняшний день будет в дальнейшем еще обновляться общий обязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения с акцентом на раннее обучение. Борьба с коронавирусом ярко проявила исконные черты нашего народа. Взаимопомощь, неравнодушие, готовность сообща противостоять любой беде. Наше государство – одно из немногих, кто сумел обеспечить помощь всем временно потерявшим доход. В течение 2 месяцев они получали пособие в размере минимальной заработной платы. Также были организованы волонтерские группы. Я активно работаю, собрала волонтерское движение среди многодетных матерей, и тем самым мы оказали 5000 человек доставки продуктов питания во время пандемии. Вот это послужило в моей жизни многим вещам. Я каждый день проделывала акты обследования, обходила до 300 семей, где я изучала эту проблему.
Несколько были случаи, вот, допустим, была Кызылагаш, вот там, в Кыргызском регионе, стихийное бедствие. Тогда ассамблея, представители этого культурного центра собрали материальную помощь, восстановление стихийного бедствия. Вот это туда почти 100 миллионов тенге, даже больше. Когда была Арсы, вот это такое бедствие, народ объединился. Когда вот начался вот это последнее событие пандемии, коронавирус, помогать врачам, малоимущих, семья, страдающих, ассамблея народа Казахстана, все это культурные центры объединились помогать. Всегда мы готовы и помогаем, кто обращает ассамблею народа Казахстана помощь. Конечно, этот средств мы собираем из своих членов. Народ помогает. Но несмотря на все сложности и преграды, растет и развивается наш город. Успешно реализуется комплексная программа развития «Новой Алматы». Ее цель – применение в мегаполисе принципа «город без окраин». Необходимые социальные инфраструктуры обеспечивают те районы, которые относительно недавно стали частью города. Плотно застраивался Аватауский район, микрорайон Айгерим. Первая, вторая очередь – микрорайон Алгабас. Я там был в 2013 году, там строилось на тот момент, по-моему, 100 домов пятиэтажных и еще несколько девятиэтажек. Очень большая такая жилищная программа была, причем это было в основном все социальное жилье. При застроении и заселении новых районов обязательно туда нужно вести сети, то есть это инфраструктурное развитие, это новые ТПшки, новые канализационно-насосные станции, газонасосные, газораспределительные системы. Одним из приоритетов программы является принцип полицентричности, когда каждый район имеет свою привлекательность и драйверы роста. Задача состоит в развитии альтернативных урбанистических центров притяжения с привлекательным физическим, социальным и культурным ландшафтами. Город без окраин. Действительно, большие средства выделяются на то, чтобы окраины города уже не были такими. По моей работе я очень часто бываю в дальних микрорайонах, районах нашего города. Смотришь на проблемы, с которыми сталкиваются люди. Действительно, если сравнивать с традиционными, Алмалинским, Бастандыским районом города, таких проблем здесь практически не видно. Там базово нужно и необходимо, прежде всего, людям дать что? Свет, воду, канализацию. То есть обычный доступ к обычным человеческим благам, к которым мы все привыкли. Так как эти районы зачастую новые или присоединенные, или были в другом административном ведомстве до этого, этого нету, и системного подхода там нету, к сожалению. Поэтому эта программа, она очень важна, на самом деле. Потому что город не может расти сам, да, то есть у него должны быть локальные центры. То есть у Алатауского района должен быть свой локальный центр, условно. На сегодняшний день у этого района нету своей больницы. Поэтому для дальнейшего развития можно только говорить о том, что обязательно нужно вкладывать огромные средства в инфраструктуру, а все остальное, МСБ, бизнес, люди, это все подтянется и вырастет вровень. Оглянувшись назад, мы поняли, что прошли большой и сложный путь. Опираясь на опыт прошлого, в наших руках создать безукоризненное будущее. С вами была программа «Алматы. Эра независимости». Берегите себя!